газета наша городская сообщает, что в Липово нашли винтовки Мосина 500 патронов. Среди находок также гильзы патронов ППШ. Вот тут еще всякие разные находки, землянки, скобы для соединения бревен, разные виды кирпичи старинные и так далее. Но самую интересную находку сделал мой старший сын. Он в районе Клещинского озера нашел старинную шведскую крону. Сейчас его нет, поэтому я не могу ее показать. Не знаю, где она у него лежит. И поскольку людям не преодолеть разума страну природой возведенных перед ними, никогда засунув, за понять способность их пословицу. Когда в хвосте начало, то в голове мочало. Не дам базарный день ломаного я гроша. Да. Ну что, пойдешь. Все равно продолжаю снимать клипы с этой великой мудрой русской пословицей. Потому что делай, что должен, и пусть будет, что будет.